Проверка звука. Сейчас должно быть слышно. Ира, сейчас слышно? Отлично, все, появился. Прекрасно. Ну, тогда начинаем. Начинаем. Пока все потихонечку собираются, мы начнем. Не хочу слишком много времени сегодня потратить на наш урок, потому что время сейчас очень ценный ресурс, да, его не хватает, как говорится, деньги можно заработать, а вот время уже не вернешь. Поэтому сейчас выведу трансляцию экрана. Сегодня тоже буду с презентацией. Урок такой очень интересный, наполненный информацией, поэтому без презентации не обойтись. Презентация наша. Приветствую вас, дорогие друзья, еще раз на нашем онлайн-уроке «Чем опасны витамины? Как продлить молодость и три способа усвоить железо». Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. Да, мы уже проверили связь. Надеюсь, что никаких технических проблем у вас нет. Если у кого-то все-таки проблемы есть, попробуйте перезагрузить. Вот. Да, все хорошо? Ну, ничего страшного. Вот, коротко, ну, в целом, сегодня мы разберем важные темы, способные улучшить качество вашей жизни. Хотелось бы пройтись по географии, кто из какого города. Знаю, что большинство людей у нас местные, да, владивостокчане. Я сама из Владивостока, но так как это онлайн-урок, у нас иногда на эфире оказываются люди из других регионов. Поэтому, если вы не из Владивостока, напишите, пожалуйста, свой город, мы вас поприветствуем. Что ты там живешь? Не понимаю. Ну да. Вот. Для начала немножко правил, да. Поговорим о регламенте нашей встречи, нашего урока. Что ты ругаешься, за денечку-то забрали? Держи вот такая штука скотчем. По регламенту мы в течение часа получаем информацию по оговоренной теме, плюс около 30 минут я оставляю на вопрос. Ну, плюс-минус, там, в целом, планирую потратить не более полутора часов на сегодняшний урок. Вопросы стараемся задавать в конце, так как чат мне видно не сразу. Запись эфира я не обещаю, но постараюсь сделать. То есть я вообще ставлю на запись, если техника не подведет, все будет хорошо, то будет запись. Вот, призываю, конечно же, вести себя культурно и дружелюбно. Вот, возможно, какая-то будет задержка звука, это нормально. И, возможно, дети в кадре, но невозможно, они однозначно будут. По крайней мере, вот младшенькая будет в кадре появляться. Поэтому не обращайте внимания. У нас эфир проходит от школы семейных ценностей. И школа, да, позволяет детям участвовать активно в наших уроках, в наших программах. Ты голодный? Вот, поэтому не удивляйтесь, если детишки как-то будут проявлять. Вот. Сейчас, секундочку, как раз детишка одна учится проявить. Ее надо покормить. И мы вот так вот совмещаем нашу работу с детьми. И считаем, что это нормально, да, то некоторые... Некоторые боятся детей рожать, потому что боятся, что работа не будет. Это не так. В целом, скажите, как ваше настроение? Ставьте в чате, пожалуйста, будьте активными. Отвечайте на вопросы в чате. Ставьте какие-то комментарии, оставляйте свои. Я буду проверять периодически от презентации, отходить и смотреть, что у нас там происходит в чате с вами. Вот. Ну, в целом, надеюсь, у вас хорошее настроение, да, и надеюсь, что вы готовы, и мы стартуем. Ну, давайте, начнем с вопросов.
Кто из вас знает, что можно просто кушать и здороветь? Вы можете писать ответы в чате, можете просто для себя отвечать, да, что я знаю, что можно кушать и здороветь, да. Как правило, это такой разрыв шаблона, да, обычно, если ты кушаешь, то ты, особенно много кушаешь, ты болеешь, да, а здесь у нас открываются такие секретики, лайфхаки, что можно, оказывается, кушать и здороветь. А кто хочет повысить иммунитет, реже болеть или легче переносить ОРВИ? Я думаю, все хотят, да? Кто из вас знает, что можно... Так, это у нас повтор слайд, да? Извините. Для кого важна профилактика заболеваний, в том числе перед зачатием, да? Тоже тема такая актуальная для многих. Кому нужно получать больше энергии от своего тела, да? Вот дело в том, что в теле есть энергия, а мы ее недополучаем по определенным причинам, я знаю, по каким, постараюсь поделиться. У кого есть желание извлечь больше времени суток, то есть в сутках 24 часа, да, но нам все время кажется, что времени хватает. Так вот, можно жить так, чтобы времени на все хватало. А кого интересует запуск процессов омоложения и улучшения состояния кожи, да, что немаловажно для всех, да, быть привлекательным, молодым всегда хочется. Кому необходимо избавиться от лишнего веса и стать привлекательнее. И кому-то, наверное, надо стать счастливее и спокойнее, тоже без этого никуда. Так вот, это желание, которое мы перечислили, да, кушать здоровее, повысить иммунитет, чтобы реже болеть, профилактику заболеваний, больше энергии тела, извлечь больше времени, запустить процесс омоложения, избавиться от лишнего веса, стать привлекательнее, стать счастливее, спокойнее. Нам интересуют достижения, да, этих желаний, их нужно реализовать. Также следующий ряд вопросов. А кто считает, что здоровым нужно родиться? Что вот если ты не родился здоровым, то ты здоровым не будешь. То есть, ну, типа гены такие, что я больной, и это нормально. И кто считает, чтобы быть здоровым, нужно иметь медицинское образование? Я знаю, есть люди, которые считают, что здоровьем должны заниматься врачи. А кто считает, чтобы быть здоровым, нужно постоянно себя ограничивать, терпеть лишения, и вообще это страдания такие. Иметь нужно железную силу воли, чтобы свое здоровье держать. И вообще все это так сложно. Для кого вот процесс здоровья, здорового тела, организма, это сложный процесс? Поставьте плюсики, для кого это сложно. А что, если я вам скажу, что на самом деле все просто как раз, два, три? И что, если я вам скажу, что... Неизвестность всегда пугает. То есть, когда мы не знаем принципы здоровья, как оно формируется, да, какие составляющие здоровья, что на самом деле не нужно там слишком сильно аскезы какие-то на себя накладывать, иметь железную волю и так далее. Если вот на самом деле все по-другому, да, обстоит, то тогда процесс оздоровления, он кажется очень легким, простым, естественным, интересным, вообще нормальным абсолютно. Но так как мы этого не знаем, нам кажется, что это так сложно, мы из мухи делаем слона, да, вот ум так наш работает, неосознанно. Ты думаешь, что, быть здоровым, это то-то, это бегать там какие-нибудь марафоны по 200 километров. И ум, вот это вот, как это, вот вспомнила пословицу, у страха глаза велики. И вот у страха глаза велики, там неизвестность, а страх придумал там что-то очень страшное. Ум придумал что-то страшное, да, глаза округлились, мы испугались, и мы вообще своим здоровьем не занимаемся. Много есть людей, которые думают, что это сложно, поэтому они даже не начинают. Вот. Но дело в том, что неизвестность, она всегда пугает, а реальных оснований для беспокойства нет. То есть, если мы не знаем, как на самом деле, то у нас нет оснований для беспокойств. Но какие-то триггеры, страхи все равно срабатывают, и люди боятся. Поэтому надо просто идти к знаниям и изучать. Когда есть знание, оно лучом света рассеивает тьму невежества, и страхи все проходят благодаря знаниям. То есть знания побеждают страх. Быть здоровым – это легко. Да, это труд, но он легкий, приятный и интересный. Вот в чем дело, да, вот каким выводом мы должны прийти и к чему мы в целом вообще должны с вами стремиться, друзья. Кому это отзывается, кому такой подход к здоровью, что это легко и просто, что это приятный, легкий, интересный труд, и это здорово, кому это отзывается, ставьте тоже, пожалуйста, плюсики в чате. Я продолжаю.
Значит, по результатам нашей встречи вы поймете, что мешает витаминам адекватно усваиваться. Вы поймете, что делать, чтобы выглядеть моложе своих сверстников. Вы получите технологию усвоения железом. Вы будете вдохновлены поднять качество своей жизни на новый уровень. Осознайте, что нужно делать в первую очередь для решения этих задач. Получите интересное предложение от школы семейных ценностей. Да, так что ждите, в конце будет предложение для вас. Значит, все это возможно, и это просто. Здоровье – это возможно, здоровье – это просто, и это естественно, и это абсолютно нормально. То есть то, что люди болеют, это как раз-таки есть нарушение. То есть болезнь – это ненормально. Болезнь – признак нарушения. Почему я вам об этом рассказываю? Немножечко о себе расскажу. Меня зовут Есения Станиславна Канина, я создатель и руководитель школы семейных ценностей. Я изучаю основы аюрведы по оздоровлению тела и души. Также я являюсь нутрициологом и диетологом. В прошлом я тренер и судья по синхронному плаванию, училась на факультете физической культуры и спорта, где я тоже постигала знания о работе нашего тела, да, как оно устроено, какие скрытые механизмы, какая могучесть и могущество находится в нашем теле. Значит, также я составляю рацион питания для дальневосточного фестиваля «Баланс». Кто знает такое, может. Вот, это некоторые мои сертификаты, я все уже не стала, да, какие-то в электронном виде, какие-то в бумажном. Ну, вот, выделила главное для себя, да, вот, это из школы диетологов, потом сертификат по курсу полноценного вегетарианства и сертификат по воспитанию детей, «Мамазонка, мама-то лучше», потому что, ну, это очень сильно связанные вещи, здоровье и родительство. Потому что если в целом это о развитии личности, если человек развит, да, как личность, он будет хорошим родителем, и у него будет достаточной осознанности, чтобы выстроить рацион питания как для себя, так и для своих детей, для своей семьи, потому что повар – это ответственность. Да? Профессиональная домохозяйка, мама и жена. Мне так больше всего нравится позиционировать себя. Я занимаюсь организацией порядка в доме, полезным питанием, психологией, внутрисемейных отношений. Я еще психолог, да, с довольно-таки широким профилем. Провожу кулинарные мастер-классы для взрослых и детей. И счастливая мама троих детей. И жена одного единственного мужа. Вот мне повезло, замужем я была один раз, и планирую оставаться, как это, один раз и на всю жизнь. Вот. И мы с мужем с 2005 года вместе. То есть, ну, 17 лет мы вместе с моим супругом, но у нас так было не всегда. Вот он, мой красавец-мужчина, чемпион, да, тоже активный образ жизни у него, мастер на все руки. Ну, в целом у нас все неплохо, да, с помощью своих знаний я вылечила его от хронического гепатита Б и пристрастия к спиртному. У нас были трудные времена, когда у нас прям, ну, зависимость была сильная к спиртному, и с помощью знаний мы из этого невежества вышли, и с 2010 года наше сменение от алкоголя даже на праздники, даже на Новый год. Вот, у нас были сложные, тяжелые испытания, которые разрушают, ну, наверное, 90% отношений они разрушают, но мы с ними справились, преодолели. И это нормально, я считаю, справляться с испытаниями. Я делюсь этим, да. Сама я встаю в 4:30 утра практически каждый день и при этом высыпаюсь. Я полна сил, энергии и вдохновения благодаря вот тем знаниям, которые у меня есть, которыми я хочу поделиться с вами. Значит, по стране у нас статистика такая, да, что у нас 52 развода на 100 браков, 21% детей рождаются вне брака. И это очень сильно связано со здоровьем, да. Мое желание, я хочу видеть семьи крепкими, а детей счастливыми. И моя миссия, задача на эту жизнь – помогать семьям становиться счастливее и здоровее. И хочу задать вам два вопроса. Как связано счастье и здоровое питание? Да? То есть, если семья несчастлива, если там разводы, там какие-то проблемы, и дети остаются без полноценной семьи, как это отражается на здоровье? Как вы считаете, связь есть или нет? Если связь есть, ставьте плюсики в чат. Даже не два, тут два вопроса, а тут три. Три у меня вопроса, друзья. Ира ставит плюсик, прекрасно. Как вы считаете, по статистике, кого больше, здоровых людей, здоровых и счастливых или больных и несчастных? Один, если здоровых и счастливых больше, если больных и несчастных больше, то тогда два ставьте.
А рацион большинства людей приносит им пользу? Как вы считаете, рацион у нас в семьях, рацион питания, как вот большинство людей в стране питаются? Питание. Ира, вижу ваши ответы. Спасибо. Спасибо за активное участие. То есть рацион большинства семей, он приносит пользу и здоровье или нет? Ира пишет нет. Ира, я с вами согласна, так и есть. И сегодня мы с вами улучшим статистику, узнав, как стать здоровее и счастливее. Сегодня мы поймем, как избежать тех ошибок, которые совершали прежде, которые совершают миллионы людей вокруг. Сегодня мы сделаем шаг к новому качеству нашей жизни. Это будет для кого-то будет первый шаг, для кого-то будет очередной шаг. Главное не останавливаться, да, и двигаться. В конце встречи вас ждет подарочек меня. Напишите, пожалуйста, в чате, кто какие витамины пьет. Мы переходим непосредственно к теме, да, чем опасны витамины. Кто какие витамины пьет, напишите, а я пока продолжаю дальше. Коротенечко, да, что такое витамины, какими бывают, зачем они нужны? Ну, витамины – это такие вещества, ну, без которых организм не может нормально функционировать, да, они являются подпиткой, они нас подпитывают. И они, безусловно, полезны, но почему они могут причинить вред организму, да? Значит, вот наше здоровье, да, и оно состоит из четырех составляющих. Чтобы быть крепким, сильным и здоровым, нужно следить за режимом дня, нужно владеть физической культурой, то есть у вас должна быть физическая культура, то есть физическая культура – это культура, когда у тебя подразумевается какая-то физическая нагрузка. Так, Ира пишет, разные, кальций, омега, витамин С, эхиноцея. Хороший, очень хороший витамин, очень полезный, ценный для нас. Разберемся, да, как их принимать, чтобы они были безопасными. Физическая культура, да, питание, конечно же, должно быть ресурсное питание у каждого человека в семье в идеале. И мы к этому стремимся и разрабатываем программы, которые приводят семьи, да, к ресурсному питанию. И отношения с миром. Отношения с миром в целом должны быть тоже гармонично настроены. Это и взаимоотношения с природой, с самим собой, это психология, это наука о душе, наука о себе не только как о теле, а гораздо более глубокое погружение, что если вы думаете, что вы просто тело, то вы тоже обрекаете себя на нездоровье, ну, как минимум психическое, психологическое. Смотрите, человек – существо мегаполисное или неотъемлемая частица природы, как вы считаете? И влияют ли биоритмы природы на человека в городе живущего? Как вы думаете? Потому что некоторые люди считают, что уехав в город из избушки, человек себя от природы как бы отрезал, стал ее повелителем, начальником и может теперь вкручивать лампочку, да, подключив электричество, сам себе создавать солнце, и это никак не отразится на его здоровье. Но на самом деле это не так. Отсутствие адекватного биоритма природы режима дня, оно приводит проблемам со здоровьем, которые сначала такие кажутся незаметными, но потом они копятся и вырастают в очень большую проблему. Человек, Ирина пишет, человек и часть социума и природы. Верно, согласна с вами. И я бы еще сказала, что социум – это тоже часть природы, ведь животные, они тоже, у них свой тоже социум есть, и они живут на природе, да, и это все очень сильно связано. Вот, напишите в чате, во сколько вы встаете и во сколько вы ложитесь спать. Обычно, да, напишите, мы посмотрим, у кого какие результаты. Далее, несочетаемая либо некачественная пища. Кто уверен в том, что ест преимущественно только полезную пищу? Процент вредной и полезной соотношения напишите. То есть, например, там я ем полезную пищу там 50% и 50% вредную. 50 на 50. А я пока задам следующий вопрос. Физическая культура. Кто придерживается? Ставьте плюсики. У кого есть физическая культура в ежедневном распорядке? У Иры со сном плохо, поздно ложимся, рано встаем. Угу. Да, это влияет на здоровье. То есть это все копится, потом вылезает как-то неожиданно у всех по-своему. Да, у каждого своя история. Далее, психосоматика. Мышление влияет на жизнь. Кто всегда на позитиве, ставьте плюсы. Вы отвечаете? Ира, спасибо за ваши ответы. Физические нагрузки, возможность есть. Хорошо.
Так, если что-то из этой схемы хромает, то в результате у Иры позитив есть. В результате у Иры позитив есть всегда. Здорово, у меня тоже. Это очень хорошо. Так вот, друзья, продолжаем, да, мои хорошие? Если что-то из этой схемы хромает, то в результате в работе организма происходит сбой регулярный и хронический, да, если вы системно не этой схеме из четырех составляющих вот этой вот не следуете, то регулярное и хроническое становится вот этот сбой, который в свою очередь приводит к тому, что накапливаются токсичные вещества, отравляющие организм и создающие благоприятную среду для вредоносных организмов, грибков, в результате миом, опухолей, это все патогенная микрофлора способствует. В результате мы имеем такой вот загрязненный организм, при том, что человек может действительно выглядеть такой весь в мышцах, спортом занимается, но в его организме много токсичных веществ. Ну, то есть мышцы еще не показатель здоровья. Загрязненный организм, который приводит к тому, что вещества не могут адекватно усваиваться, и наступают дефициты. То есть вот эта грязь, она мешает тому, чтобы витамины, которые вы принимаете с пищей, ведь в пище есть витамины, они перестают просто усваиваться, потому что организм загрязнен. Потому что вы нарушили, да, вот что-то в этой схеме, или прям все нарушили. Сейчас просто статистика такая, что люди все нарушают. Вот. И вот эта патогенная микрофлора, она питается, ей хорошо, да, она перехватывает эти витамины себе и блокирует усвоение витаминов вами, вашим организмом. И человек смотрит, что он себя плохо чувствует, какие-то недомогания, какие-то проблемы, и он идет к врачу, он отправляется к врачу, да. Врач смотрит, говорит, да у вас, голубчика, витаминоз, весна, понимаешь ли. То есть, ну, он смотрит по анализам крови, у вас не хватает витамин, каких-то минералов и так далее. Он вам, конечно же, что это означает. У меня для вас кое-что есть. Не бойтесь, это просто витамины. Он означает вам витамины, потому что в анализах у вас витамин не хватает. То есть, никто не смотрит в тот момент, что почему витамин не хватает, почему организм не усваивает, потому что организм загрязненный, его нужно очищать. Вот. Просто дают повышенные дозы витаминов. Начинайте принимать. Конечно, какая-то часть начинает усваиваться, там, потому что дозировка больше и так далее, но это небольшая часть. Как вообще они усваиваются в загрязненном организме, как вы считаете? В лучшем случае они усваиваются частично. Также в лучшем случае они выйдут через выделительную систему. Но в худшем они будут питать патогенную флору и вредоносные организмы, которые в результате могут очень сильно нанести большой вред вашему телу и здоровью. Да, Ира, вижу ваш плюсик. А кто виноват? Что делать? Хорошо, давайте подумаем. Что вы обычно делаете, когда видите что-то грязное? Вариант один. Старайтесь не думать об этом, не видеть. Не слышать, да, как-то отвлекаетесь, типа вот какая-то проблема, что-то грязное. Я не вижу, значит, этого нет. Кто так привык делать, ставьте один. Камерный у меня, да, вопрос. А кто берет пылесос, веник, тряпку и начинает жужжать, шуметь, убирать, вычищать, мыть, стереть, все очищать вокруг? Ставьте двоечку. И я думаю, что большинство из вас ответили два, да, второй вариант. И все понимают, что безопасная генеральная уборка, да, всего организма – это адекватное, логичное и единственное верное решение в сложившейся ситуации. То есть если мы нарушили вот эту схему, если у нас недостаточно физической активности, да, нет физической культуры каждый день там, или хотя бы регулярность какая-то, если этого нет, если мы ложимся поздно спать, если мы не следуем биоритмам природы, то есть солнце встало, и мы встали, солнце пошло спать, и мы пошли спать, если мы не следуем этим биоритмам природы, если мы не вовремя кушаем пищу, там, мы не знаем, что есть на завтрак, что на обед, что на ужин, потому что это разные приемы пищи. Утром природа в одном состоянии, в одном положении, в обед в другом, на ужин в третьем. Соответственно, мы должны это все учитывать, но мы не учитываем. Большинство людей этого не знают. И что тогда? Тогда у нас появляются такие проблемы со здоровьем. Оно загрязняется, да?
Если мы нервничаем, стрессуем, да, отношения с миром у нас так себе, то, конечно же, это тоже влияет на здоровье, это тоже загрязняет организм. И что у нас там? Четвертое. Питание. Какое у нас питание, да? Мало того, что как, мы не знаем, когда что есть. Мы часто кушаем какой-то фастфуд, химические вещества, то, что для питания даже не предназначено, или в каких-то гиперогромных количествах. Естественно, состояние нашего здоровья, оно сильно расшатывается. Начинать надо с уборки. Когда что-то грязное, когда что-то раскидали, сделали не по науке, особенно когда это делать с годами, нужно в первую очередь все очищать. Но делать это надо безопасно. Вот, и чтобы витамины приносили пользу, нужно провести генеральную уборку безопасным образом. Если организм грязный, не синтетический, не органический, не витамины из пищи должным образом пользы не принесут, наоборот, только навредят. Нужно также знать свою дозировку, да, например, витамин D. Если сделать передоз, то будет нарушение центральной нервной системы. Вот. Ну и так далее. В целом, кто до конца досидит, рассекречу, да, подарком будет эта презентация, я ее отправлю вам в личное сообщение или скину в чат, да, и вы сможете почитать более подробно какие-то вещи, которые я не успеваю, да, прочитать сейчас в рамках нашего урока. Часто люди сейчас в современное время используют разные детоксы, очищения на соковых диетах и так далее, но это может быть очень опасно. Поэтому нельзя самостоятельно, взяв какую-то схему из интернета, очищаться. Это очень рискованно. Пожалуйста, никогда так не делайте. Это может спровоцировать диабет. Это может дать большую нагрузку на печень. Это может дать обратную интоксикацию, резкие откаты и так далее. И депрессии, и вплоть до более серьезных последствий. Поэтому обязательно нужно проходить безопасное очищение. А как провести экологичное, естественное и безопасное очищение, я расскажу чуть позже, да, и в связи с этим будет мое предложение вам. Давайте сейчас поговорим немножко про молодость. По времени полчаса. Полчаса пойдет нормально. Поговорим про молодость. Поговорим про молодость. И такая, смотрите, какая молодая женщина. Я думаю, лет 60 ей. Смотрите, какая она молодая. Она в возрасте, но она молодая, она прекрасна. Она так меня вдохновляет. Вот кто хотел бы в возрасте 60-70 лет выглядеть так же, как и она? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам нравится эта женщина, нравится ее внешний вид. Я тоже хочу, да. И это возможно, и это реально. Да? Нужно соблюдать схему, которую я давала выше, вот этот кружочек, да? Четыре составляющие здоровья, но для того, чтобы эту схему соблюдать, нужно тоже, конечно же, почиститься. Давайте поговорим о реальности нашей вообще продолжительности жизни. Вот у меня здесь несколько положений, да, такая шкала от 0 до 100 и дальше. Вот человек родился, да, я родился, как лунтик тот кричит. Старость современного человека наступает 45-60 лет. Многие видят женщин 45 лет и видят, что они уже практически бабульки. 50 лет уже все считают их бабульками, 60 лет уже чуть ли не глубокие бабульки. И финишируют сейчас, ну, такое время, 60-80 лет, все. Все, организм больше этой эксплуатации жестокой не выдерживает. У нас действительно очень жестокая эксплуатация организма происходит. А кто дожил до 100, раз, два, три, четыре, пять, да, по пальцам можно сосчитать. Единицы, очень мало таких людей. Мы о них толком не знаем. Если по телевизору нам их не показывали, мы вообще, наверное, думали, что их не существует. Но они есть, но их мало. Так, смотрите. Срок эксплуатации биомашины тела. Изначально заводские настройки. Сейчас мы к ним подберемся. Рождение также. То есть вот верхняя шкала показана, как в современном мире происходит, да, с момента рождения до старости проходит порядка 45-60 лет, а смерть наступает уже там 60-80 лет. А должно быть как? Вот мы родились, да, в идеале. Старость наступает только в 70, то есть 70 лет человек должен быть молодым, скакать как зайчик. В 70 лет только должно тело начинать стареть. Только начинать стареть в 70 лет. То есть в то время, когда все умирают,
по заводским настройкам мы должны только начинать, или только начинать, 70, понимаете? И 120 лет уже все, полный износ, уже можно заканчивать. И то там плюс-минус, да, это не там догматичная цифра. Это ориентировочно, просто есть определенные писания, в которых это говорится, и в том числе связаны с медициной, восточной медициной. Вот такие знания нам дает. Да, и в целом современные исследования западной медицины тоже свидетельствуют о том, что человек может жить гораздо дольше, чем он сейчас живет. Почему так? Почему так? Это же страшно, это ужасно вообще. Ну что, опять же, не хватает движения, не хватает питания. Какая у нас среда, да, природа, воздух, вода, земля, огонь, эфир. Как мы взаимодействуем с этими пятью первыми элементами? Какие отношения у нас в целом с миром? Психология, чередование напряжения с расслаблением, стрессы. Кто из вас следует балансу, этому балансу жизни? Кто из вас бегает по утрам или физической нагрузкой регулярно занимается? А кто из вас имеет правильно гармонично выстроенный рацион, когда вы знаете, когда что есть, какие продукты сочетаются между собой, какие ни в коем случае нельзя сочетать, иначе они дают токсичности, гнилостную среду у вас в ЖКТ и в организме в целом? Кто из вас регулярно гуляет на природе, кто выезжает на природу, кто живет на природе, хотя бы периодически. Кто из вас умеет чередовать нагрузку с отдыхом, расслаблением, кто из вас ходит на массаж регулярно, кто из вас ходит к психологу регулярно. Это же тоже очень ценно для здоровья. По большому счету, единицы таких людей, единицы, кто этим делает. Если вы этим занимаетесь, ставьте 4 плюса. Или, допустим, плюс-минус, там, минус-плюс. Вот 4 пункта, да? Далее. Кто из вас хочет запустить процесс омоложения изнутри организма? Кто хочет запустить эти естественные процессы? Они заложены матерью природы внутри нас. Но мы их просто затормозили своим неправильным отношением, злополучным к своему здоровью. У нас просто нет знаний. Я хочу сделать вам предложение, да, о котором я говорила. Есть такое волшебное блюдо кичри. Оно помогает очищаться безопасно и вкусно. С ним можно кушать и здороветь. Это чудесное блюдо, оно проходило исследование. Состоит оно из маша и из басмати. Когда два эти компонента варятся по отдельности, они усваиваются на 60%. А когда они варятся вместе, как это происходит в этом блюде кичери, оно все усваивается на 90%. Там оптимальный баланс по белкам, жирам и углеводам. И вы кушаете тарелку, да, съедаете, и у вас только 10% выйдет, остальное все усвоится. 90% усвояемости. Также за счет специй и топленого масла происходит игра вкусов в этом блюде. Это блюдо способствует очищению на глубоком уровне, на клеточном уровне. Оно очень простое в приготовлении. Его можно делать разнообразной консистенции, жидкое, густое, очень густое, там, чуть ли не котлетки, да. Оно готовится довольно-таки быстро, готовится оно из доступных продуктов, и также оно способствует духовному развитию, потому что на Тибете монахи в монастырях кушают в основном только его. И перед началом нового сезона мы проходим всегда, каждую весну, каждую осень, мы проходим 10-дневный марафон на этом блюде. То есть целых 10 дней подряд мы кушаем только это блюдо. Ну, конечно же, мы варим также детокс-напитки, которые помогают тоже очистить организм от паразитов, от патогенной микрофлоры, от токсинов. Вот, то есть мы кушаем это блюдо, меняя консистенцию, готовя каждый раз его свежим, оно должно быть обязательно свежее, да, то есть минимум 1-2 раза в день мы его готовим. Но оно готовится очень просто и быстро, тебе не надо думать, ой, что же сегодня приготовить. Ты 10 дней подряд вообще не паришься, не думаешь, что тебе сегодня готовят, ты готовишь только это блюдо, лечебное, целительное блюдо, которое полностью меняет твою жизнь. Запиваешь вкусными напитками, и это проходит все очень легко, потому что мы друг друга поддерживаем. Мы проходим всегда группами и даем друг другу поддержку. Каждую весну и осень нужно чистить организм,
перед каждым сезоном. Мы же достаем, да, старую одежду перед зимой, шубу мы приводим в порядок. Также у нас происходить должно и с нашим телом. Вот скоро зима, мы должны тело подготовить. Потом будет лето, мы тоже его должны будем подготовить. То есть каждую осень, каждую весну мы 10 дней сидим на кишле. Это минимум, что мы можем сделать для очищения своего организма. То есть это минимум. Кто-то заходит на 3 дня, да, новички, допустим. Кто-то, кто уже опытный, 40 дней может сидеть на этой диете. Вот, но мы делаем такой универсальный вариант, который всем подходит. Это 10 дней на киче и потом еще 10 дней плавного постепенного выхода. А попробовав однажды, сложно будет уже остановиться, ибо результаты очищения всегда радуют, подобно тому, как приятна и свежа улыбка после очищения зубов. Представляете, вы почистили организм, и вот как вы себя будете чувствовать? Вот просыпаешься утром, зубы грязные, да, такое, ну, состояние зубов не очень, особенно если ужин был не из правильных продуктов и был слишком поздно принят, то во рту, как правило, очень нехорошая микрофлора сформированная и гадко, так гадко. Идешь, чистишь зубы с какой-нибудь пастой, с каким-нибудь эфирным маслом, например, с гвоздикой. Чистишь зубы, и они у тебя такая во рту свежесть. Вот это только с зубами так. А мы весь организм так чистим. У нас во всем организме потом свежесть. Секунду. Ты мне принеси, пожалуйста, мне юбку для Марты и соску. Хорошо. Вот. Кичри – это пища бедняка, достойная короля, восточная мудрость. То есть это блюдо известно по всему восточному миру. Оно легендарное. В Израиле даже его готовят, но называют там его маджагра. Вот. Ну, кичри у нас, оно более полноценно. Ну, как бы есть ряд нюансов, об этом я буду рассказывать на марафоне, на который я хочу всех пригласить участников нашего урока. Сама я, когда первый раз, говорю, прошла это очищение, ну, когда я его проходила, мне не говорили, что может там произойти с организмом, просто сказали, что у всех свои результаты. И у меня был результат такой, что у меня улучшилось зрение. Я вот даже доказательства привела, но я это не ожидала, это так получилось интересно. На 9-й день решила поменять очки, зашла в оптику, там бесплатная диагностика, и мне девочка говорит, пройдите у нас бесплатную диагностику. Я говорю, ну хорошо, давайте пройдем у вас бесплатную диагностику. Прохожу диагностику, меня спрашивают, у вас обычно какой минус? Я говорю, минус 3. Минус 3 диоптрия. Вот кто знает, да, у кого близорукость, а тот поймет, минус 3 диоптрия. Она мне дед говорит, у вас точно минус 3, у вас, говорит, минус 2. Там, по-моему, один глаз минус 2, 25, а другой минус 2. Я говорю, да не может быть, вот как я вот очки носила, сейчас вот зашла поменять, чувствую, надо поменять. Видимо, ну, почувствовала, что уже как-то что-то не то, с линзы не подходит мне. И купила новые очки уже ну, решила не рисковать, потому что зрение, оно может вот так скакать, это же от давления зависит, а давление зависит от уровня употребляемого соли, а я 9 дней без соли была. И вот давление спало, и шарики, да, и глазное яблоко, оно распрямилось, грубо говоря, и зрение вот улучшилось. Ну, я взяла себе новые очки уже на новые диоптрии, прекрасно себя чувствую. Вот. Что дает очищение на кичере? Потерю реально лишнего веса, и уходят только шлаки. То есть ничего нужного не уйдет, уйдет все не нужно. Все ваше останется с вами, все ценное и дорогое. Очищение всех систем организма. Чем дольше, тем глубже очищение. Хотя результаты видны даже после 3 дней. С нами женщина постилась, Елена ее зовут. Она была первый раз вот именно на такого рода очищение. Она 3 дня выдержала. Потом, говорит, ну, уже какая-то хроника полезла, потому что она, ну, женщина уже взрослая довольно-таки, ну, наверное, порядка 50, может быть, более лет, просто не хотела бы ее обидеть и давать больше, чем положено, но выглядела она за 50, вот, и за 50 лет, когда мы неправильно питаемся, у нас токсинов становится так много, и болезни уже, пораженные органы, системы такие сильные, что когда мы начинаем очищаться, может вылезать какая-то хроника, обостряться, ну, то есть очищение через обострение происходит иногда, и это нормально. Просто, ну, нужно иметь в виду, что можно будет к своему лечащему врачу обратиться, да, в любой момент и не, ну, быть внимательным просто в процессе, да, к своему здоровью, к своему организму. Я об этом всех предупредила. У нас был
живой офлайн встреча, живой урок, живой кулинарный был мастер-класс, где мы готовили это блюдо. И я на нем все эти нюансы объяснила, и она вот на трех днях решила остановиться, да, как я ее предупреждала. И потом в конце мы встретились тоже на живой встрече, и все участницы, которые ее запомнили с первой встречи, они все удивились, как сильно она помолодела всего лишь за три дня. Она действительно скинула и вес, и у нее, понимаете, как бы грязь уходит, и мы начинаем сиять, потому что мы же ведь души, частички Господа, да, а это предполагает какое-то сияние, какую-то огромную мощь, могущество, энергию, свет, да, и лучистость, лучезарность. Когда мы неправильно питаемся, неправильно мыслим, мы загрязняемся, мы уходим в невежество, во тьму, и мы тускнеем. А когда мы очищаемся, мы начинаем сиять. И она прям сияла. Она прям светилась красотой, молодостью изнутри всего лишь за три дня. Это просто такой был классный результат и всех вдохновил. Вот. Что уж говорить, когда ты 10 дней сидишь. Что уж говорить, когда сидишь 40, потому что, ну, со старичками, так сказать, то есть с теми, кто уже опытный, кто, с кем мы не первый раз проходим, мы сидим, конечно же, и подольше. А улучшение работы сердечно-сосудистой, нервной и желудочно-кишечной систем. А больше энергии на осуществление своих целей, желаний. То есть вы какие-то цели имеете, а тело часто пробуксовывает, не дает вам реализации. Да? А здесь оно не будет вам мешать, ваше тело, оно будет помогать. Ваше тело должно быть вашим помощником в достижении ваших целей. Вкусы становятся ярче, пища вкуснее. То есть ты ел раньше яблоко, но яблоко – яблоко. А после этого кичери-марафона ты кушаешь яблоко, и ты такой: о, яблоко, какое оно вкусное, как в детстве. Ты как будто его первый раз в жизни пробуешь. Настолько вот очищается язык, рецепторы. Это прекрасное ощущение. Но это, конечно, надо попробовать, да, не просто слушать, а именно попробовать. Происходит перезагрузка, и жизнь начинается как с чистого листа. Будто начинается заново. Ну, представляете, вода, вот вы комнату помыли, почистили, и она такая свежая, благоухающая, и как вот с чистого листа начинаешь. С телом так же, даже еще круче, потому что комната – это что-то внешнее, а тело – это то, что я могу почувствовать реально, да, я в нем каждый день нахожусь. Появляется легкость в движениях, ты по лестнице легче поднимаешься, у тебя нет больше одышки, такая легкость и прекрасное ощущение. Каждому дает свой индивидуальный результат. Вот в моем случае у меня улучшилось зрение. А с вашими результатами я буду рада познакомиться, да, когда вы решите пойти присоединиться к нам. Вот, например, как это сделала Катя Тарабарова. Она домохозяйка, прекрасная мамочка троих детей, счастлива замужем, опытна в диетах, искала легкости в теле и настроении. Она желала скинуть вес и весенней перезагрузки. Это было весной. Ну, она с нами постоянно проходит. Всегда ты. Вот. Все читать не буду, читайте презентации. У нее в целом опыт такой, что она проходила разные диеты, разные марафоны, она участвовала в очищениях всяких и так далее. Но у нее после некоторых программ были откаты по здоровью, то есть возвращалась все еще хуже, то есть чем было. Она заходит в одном состоянии, проходит все здорово, подъем, а потом резкий спад до уровня еще хуже. Поэтому я и говорю, да, что очищение должно быть безопасным. Вот, а здесь, когда она с нами пришла, во-первых, для нее была очень ценна поддержка, что мы ее поддерживали, что это был коллектив, это была дружная команда, единомышленники, соратники, да, и поэтому все прошло легко, и ушли лишние килограммы, и очистились вкусовые рецепторы, и она может теперь удовлетворяться простой обычной едой. Она всем рекомендует идти на очистительный марафон на Кичли, на нем ты полноценно питаешься и стройнеешь. И, естественно, нет откатов. Вот что важно. То есть мы так все разрабатываем, чтобы не было откатов. Если, допустим, кому-то тяжело, и он прям на грани срыва, ну, потому что мы все на разном уровне, это нормально. Важное правило, одно из первых правил, о которых я говорю, написать мне лично или написать в группу и получить некоторые поблажки тех продуктов, которые можно добавить, если уж психика не выдерживает на одном вот этом блюде. Хотя она спокойно у всех выдерживает, но есть, всегда есть исключения, и не нужно терпеть, прям ждать, нужно написать мне, я дам меню дополнительных блюд. Потому что иначе вы сорветесь, и сорветесь на нехорошую еду. Психика будет кричать и требовать какой-то плохой еды. А я вам дам рецепты, на которые можно добавить и продолжать очищение при этом. Просто имейте в виду, это очень важно.
Так, ну вот, в результате изучения исследований разных систем очищения, участия в марафонных интенсивах у лучших учителей, диетологов, нутрициологов и так далее, я разработала оптимальный вариант марафона, подходящий для обычных людей, не имеющих специальных знаний в этой сфере. Это к вопросу о том, что не нужно быть медиком, чтобы быть здоровым. А здоровьем своем должен знать каждый человек. И для этого не нужно иметь медицинское образование. Если ты пользуешься телом, ты обязан знать что-то про здоровье этого тела. Вот. Поэтому, друзья мои, я разработала вот такой вот подход, да, определенный к очищению на кичре. Он доработан оптимальным образом не только для тех, кто продвинут, но и для тех, кто только новичок. И вы можете быть абсолютно уверенными, да, что вы спокойно, плавно пройдете этот марафон, что будет всегда поддержка, если, допустим, какая-то та же хроника полезет, про хронику я имею в виду какие-то хронические заболевания, я вам направлю вас к врачу, да, я просто скажу, что вот сейчас сходите, пожалуйста, к своему врачу, получите консультацию, да, потому что мы не фанатики, мы адекватные, здоровые люди, да, мы понимаем, что есть специалисты, есть ситуации, когда нужно к ним обращаться. Но мы в то же время понимаем, что есть наша зона ответственности, наше здоровье, наше тело, оно принадлежит нам, и отвечать за него должен не врач, а мы. Но когда мы видим, что мы сами уже не справляемся, мы должны идти к врачу, вот так, за помощью обращаться. Вообще обращаться к специалистам нам нужно приучаться. Нам нужно и свою ответственность приучаться развивать, и к специалистам обращаться. Вообще, это про развитие разума. И у нас будет 10 дней безопасного очищения на марафоне, и потом 10 дней плавный выход из него. Потому что выйти тоже надо плавно, тоже важный процесс. Значит, вот здесь перечислены основания, да, и учителя, у кого я училась. Я не буду сейчас на это тратить время, вы потом почитайте. Я просто хочу сказать, что во все знания, то есть это не так, что с бухты-барахты. Я с 2009 года обучаюсь и изучаю эту тему здоровья и психологического, и физического. Я этим занимаюсь, это ну, практическая моя, да, жизнь. И во все это вложены часы, годы времени, трудоемкая работа с использованием интеллекта и разума, потому что часто я встречаюсь с какими-то фанатичными системами. Я вычленяю оттуда лучшее, компоную, комбинирую, чтобы одно другому не противоречило. Конечно, фундаментом является восточная медицина, аюрведа, которая ну, вообще очень классная, но ее одно и то же недостаточно, потому что ну, там есть нюансы. Часто разные системы да, противоречат друг другу, и как бы, ну, нужно использовать разум, да, чтобы сделать какой-то синтез, что-то такое более-менее идеальное. Ну, то есть, почему более-менее? Потому что всегда есть куда развиваться, всегда есть куда расти. И я движусь к совершенству, к идеалу. И на каждом этапе вот свой идеал. Вот сейчас сформирован этот идеал безопасного очищения. У нас очень хорошие отзывы, очень крутые результаты. В целом, такого рода обучение, да, чтобы такой вывод сделать, да, чтобы такой марафон создать, ушло более 100 тысяч рублей, если переводить, да, все эти инвестиции, если их конвертировать в деньги, то это вот, ну, стоит очень дорого, да, порядка 100 тысяч вложено, а то и может быть и больше, потому что кто как оценивает. У меня, получается, около 12 лет на это ушло. 12 лет жизни – это много, да, чтобы к этому прийти, это много. Вот, друзья мои. И, как я сказала, он основан на юридической системе очищения и адаптирован для любого человека. В программу марафона входят видеоуроки с подробными инструкциями, рецепты полезных очистительных напитков, детокс-напитков и чудесного вот этого блюда кичри, при том, что различные его вариации. Также даются домашние задания. Каждый день проверка, поддержка, обратная связь от кураторов или от меня лично. У нас будет закрытый чат в Телеграме, да, марафон проходит в Телеграме. И у нас регулярно проходят эфиры с ответами на вопросы. Вообще я постоянно keep in touch, да, держу связь, отвечаю прямо в Телеграме видеосообщениями, видеоответы, аудиоответы, текстовые ответы. Также мы проводим эфир, где мы можем тоже, да, пообщаться с вами, что-то вы можете поделиться, рассказать. В общем, мы прям поддерживаем друг друга очень активно. Стартует марафон 23 октября. Завтра. Это время, это самая благоприятная дата для эффективного очищения. Она подобрана с учетом астрологии, астрологического периода. Завтра будет самый лучший период в октябре для старта очищения. Потому что, допустим, летом и зимой очищаться нельзя.
это не то время. Аюрведа учитывает все эти законы, биоритмы природы. Осень, весна – прекрасное время для очищения. Во Вселенной происходит супердень завтра, когда токсины покидают тело. То есть завтра мы стартуем. Также для тех, кто сейчас находится здесь со мной, на этом вебинаре, на этом уроке, я предоставлю особые условия. Ставьте плюсики, если хотите узнать об этих особых условиях для вас, для участников этого урока. Вы ставьте плюсики, а я пока перейду дальше. Поговорим про железо. Сколько у нас времени? Угу. Ну, в целом мы укладываемся с вами. Хорошие. Потому что раньше этот урок у меня занимал 2,5 часа. Сегодня я решила в 1,5 вложиться. Железо. Железо. У кого железо дефицитное на ней? У кого проблемы с железом? Пожалуйста, поставьте плюсики. Поставьте плюсики, а я пока лялечку на лялечку положу, а то рука уже устала. Она развалит. Вот. Иногда у людей вот так вот тела сыпятся. Неправильно продвижение. Ага, Ира поставила плюсики. Может, еще кто-нибудь плюсики поставит? Девчонки, молчите-то. Девчонки, молчите-то, ставьте плюсики. А, так, хорошо. Если плюсиков нет, значит, значит, у всех все хорошо с железом, я так понимаю. Только вот у Иры. Нет, не так. Выспалась, что ли? Если выспалась, поможешь, если... Лянечка, выспалась. У меня вообще проблемы с железодефицитной анемией с детства. Я вот, знаете, еще тренером, когда работала, с 15 лет возраста работала тренером в бассейне. Я сажусь вот объяснять ребенку, дети плавают, я объясняю, что он там не так, как надо фигуру делать, там синхронное плавание, все дела. То есть сижу на корточках, объясняю. Все, ребенок поплыл дальше выполнять задание, которое я дала, чтобы она не выпала. Я в это время встаю и иду по бортику, наблюдаю за ним. Я вот так вот встаю резко, и у меня темнеет в глазах, и такие точки летают. То есть у меня уже с детства была железодефицитная анемия. Более того, я на астролога, когда отучилась, я увидела у себя положение, которое показывает, что у меня будет железодефицитная анемия. То есть это связано еще и с какими-то там прошлыми жизнями, с кармой и так далее. Очень интересно. И, естественно, я этот вопрос изучаю всю жизнь. Ну, как всю жизнь? Не всю жизнь с детства я не изучала, потому что живешь в невежестве, доверяешь родителям, там, общество, что тебе говорят, то и делаешь. Вот. А сейчас я уже, конечно, это изучаю. Вот более 12 лет я изучаю эти вопросы, в том числе, да, как ищу способы, как решить вопрос с усвоением железа. Так вот, друзья. Во-первых, у нас железо не усваивается, конечно же, потому что мы не соблюдаем вот эту схему, да, вот этот наш желтый кружочек, который поделен на 4 части, это питание, физическая культура, природа и отношения вот, с миром, с собой, психология и так далее. То есть нарушение вот в этой схеме приводит нас к дефициту железа в том числе. Подробнее, так, знаете, как давайте вот с этого начнем. Что препятствует усвоению железа, что препятствует? А препятствует молочные продукты. То есть молоко блокирует усвоение железа. Потому что, вы знаете, нельзя никогда препараты железа запивать молоком, вообще смешивать, да, железо с молоком. Хотя по аюрведе есть какие-то блюда, которые вот с молочкой смешиваются, и прекрасно. Но это больше, скорее, к исключениям относится. В целом нам нужно стремиться, да, по крайней мере, продукты еще ладно, в продуктах оно еще более-менее, организм может это принять. Но когда вы принимаете препарат железа, вот у кого дефицит, да, у кого анемия, когда вы препараты принимаете, пожалуйста, смотрите, чтобы несколько часов было на то, чтобы организм принял это железо, да,
и потом только запивать там молоком или какую-то молочку, творог, адыгейский сыр, обычный сыр, там йогурты, тофу это не молочка, тофу это бобы. Вот. В бобах есть железа много, кстати говоря. Но бобы с молочкой не сочетаются, да? Далее, чай, кофе. Чай, кофе, смотрите, кофе блокирует на 40% усвоение железа. Кофе блокирует на 40% усвоение железа. Чай блокирует на 60%. Делаем выводы. А у нас, так, где-то я писала, у меня статья была, можно будет скинуть, кстати, я ее найду, вам скину. А у нас с детства дети пьют чай, чай и кофе сейчас дети тоже пьют кофе, и родители почему-то приучают, ну, естественно, ты не пьешь, пьешь, тебе наливают. Вот, в основном в садах у нас везде чай черный дают детям, и на планете каждый третий болеет железодефицитной анемией, да, ну, не то, что болеет, ну, можно сказать, болеет. То есть дефициты у нас у каждого третьего, и все пьют чай. Ну, видите, да, связанные вещи. Далее, витамин D, кальций вместе пить нельзя тоже, да, при приеме препаратов. Кальций пьем отдельно, витамин D отдельно. Ну, витамин D с кальцием нормально, они дружат, а вот с железом они не дружат. Ну, возможно, вам лечащий врач об этом рассказывал, я не знаю. Далее. Ну, тут кое-что не написала, но вспомнила, сейчас тоже расскажу. Смотрите, самый главный способ, который поможет усвоить железо. Угадайте, какой из всего перечисленного, что мы с вами сегодня говорили. Угадайте, какой способ поможет вам усваивать железо и почему. Кто-нибудь догадался, можете прям микрофончик включить и голосом сказать. Кто-нибудь догадывается, какой способ, исходя из всего, что мы сегодня уже обсудили, 100% вам поможет лучше усваивать железо. Есть желающие блеснуть эрудицией? А вот сейчас, да. Надя, ты, наверное, хочешь сказать, я тебе микрофон включила. Надя, хочешь сказать? Есть догадки, есть предположения? Или я иду дальше, рассказываю сама? Так, Надя слушает, окей. Надя пишет, всем привет, я слушаю. Хорошо, я тогда рассекречиваю самостоятельным образом. Если ваш организм загрязнен, он не примет никакое железо. Если вы очищаете свой организм, то есть безопасное очищение организма, способствует хорошему качественному усвоению железа. Я подробнее еще об этом скажу. Следующий пункт – замачивание. Если вы замачиваете бобовое зерно, орехи, семена, то в результате замачивания растворяется фитиновая кислота, она уходит, и железо лучше усваивается. Потому что фитиновая кислота, ее цель – защитить зерно от переваривания в организме животного или человека, да, чтобы сберечь это зернышко, оно потом выходит из существа, да, которое съело, и прорастает спокойно. Это благодаря фитиновой кислоте. То есть она не позволяет вам усвоить ни железо, ни витамины, ничего. Вообще не позволяет вам переварить это зерно. Поэтому все, пожалуйста, замачивайте, да, и у вас будет лучше усваиваться не только железо, но и остальные витамины, минералы и так далее. Далее, третий момент. Прогулки. Железо сильно связано с кислородом. Железо – это у нас гемоглобин, да, гемоглобин – это эритроциты. Эритроциты переносят кислород. То есть это все очень сильно связано. Если вы гуляете на природе, на свежем воздухе, дышите свежим воздухом, активно двигаетесь, идет обогащение кислородом, улучшается качество эритроцитов, улучшается качество крови, гемоглобина, растет железо. Понятно? Понятно. А, но самое главное, друзья, вот это про первый пункт поподробнее. Смотрите, организм должен быть очищен от токсичных веществ, которые вызывают воспаление. Токсичные вещества вызывают воспалительные процессы. Что такое воспаление? Когда какая-то грязь вредоносная, она вредит. Вывести организм ее не может, потому что вы постоянно запихиваете в него все новые, несочетающиеся между собой продукты, а то и какие-нибудь магазины, и вообще добавками страшными. И организм очиститься не успевает, но ему эти токсины, они же вредят, они же разрушают клетки.
И что тогда иммунная система делает? Она приглашает эритроциты в бой, идут там разные там клетки киллеры и так далее, лейкоциты, макрофаги, они начинают останавливать процесс вреда, да? Они блокируют вот эти вот токсины, токсичные вещества, они их обволакивают, съедают, и потом это по лимфатической системе, это называется уже гной, лимфа гонит этот гной у вас из носа, из рта, из отверстий в теле, она пытается это все вывести. И этот процесс хронический у большинства людей на Земле. Даже если вы уже правильно питаетесь, если вы не чиститесь, все равно это происходит постоянно. Даже на любой белок, да, организм таким образом реагирует. Просто есть норма, а есть зашкаливание. У большинства людей все зашкаливает. Идет постоянный хронический воспалительный процесс. И если воспаление питать еще и железом, а в железе есть вот эти вот свободные радикалы, которые могут провоцировать и опухоли и так далее, и если у вас воспаление в организме, а оно 99% практически у всех вас есть, у всех у нас, даже у меня, хотя я чищусь там и правильно питаюсь, как сказать. А у меня 98? Мы с тобой потом поговорим об этом. У меня просто я марафоны эти очищающие практикую там, ну, года 3, а до этого, ну, и мне сейчас 35, а до этого 32 года я загружала себя плохой пищей, скажем так, не буду говорить грубые слова, это не моих правил, но иногда что-то такое всплывает, что я загружала себя такими историями, да, сейчас все люди этим загружаются, считают это нормой, но это не норма, я-то знаю уже, что это не норма, это очень нехорошая еда, это очень неправильный образ жизни, и я загружала себя 32 года, и сейчас 3 года я плавно медленно часть, но все равно воспалительные процессы, они есть, но они, конечно же, сильно упали, конечно же, уже усвоение железа у меня совершенно другое, гораздо лучше. И чувствую себя лучше. Я бы не смогла вставать в 4:30 и весь день не ложиться спать и быть бодрой, если бы у меня продолжало бы все быть, как было. А у меня подъем энергии, я вообще, хочется сказать, земли не касаюсь. Шутка. Ну, ты действительно себя классно вот так вот чувствуешь, летаешь практически, когда у тебя чистый организм, когда у тебя много энергии, когда нет токсинов, нет этих воспалительных процессов, или они очень маленьком проценте там происходят. И вот если вы пьете препарат железа на воспаление, радуйтесь, что оно у вас не усваивается, что оно у вас выходит. Потому что организм защищается. При воспалительных процессах часто скрытых прием железа препаратов может только навредить, и организм его специально не усваивает. Это защита, видите, вот рыцарь доспех. Это наш умный, интеллектуальный организм. Это мать природа нас задумала такими умными. У них защита от этого железа. Вы пьете, а оно не усваивается. Сдаете анализ, кровь свою сдаете. Что ж такое не усваивается? Давайте меня другой. Давайте 5-й, 10-й, другой. Не усваивается железо. Он печется только об анализе. Он не понимает, как работает. Но, к сожалению, врачи этого не понимают. Вот их задача, в универе врачей так обучают, чтобы они выполняли задачу тех, кто создал программы, обучающие в этом университете. Есть люди, которые создали, разработали программу. Если это сделали доктора, то они сделали по заказу тех людей, которые создали институт, профинансировали, проспонсировали. А у этих людей были свои интересы. Допустим, фармацевтическая компания, да, которая продвигает свои таблетки. И это все связано. К сожалению, это так. Я тоже об этом много знаю и изучала. Вот. И вам нужно самим взять свою ответственность за свой организм и понять, как он работает. Что если у вас воспалительные процессы происходят, если у вас так много грязи, что организм постоянно очищается, тратит годы вашей жизни на этот процесс, вы будете пить железо, да, естественно, у вас дефицит в таком состоянии находиться. Вы пьете железо, смотрите по крови, оно не работает. Да почистите вы организм сначала, потом пейте. Потому что если вы все равно насильно будете впихивать в себя железо, и вы заставите, вы уберете эту защиту организма, у вас воспалительный процесс подпитается железом, свободные радикалы, их будет в таком огромном количестве, так много, что это просто вас погубит. Если прокапать железо, а что врачи делают? У вас не сваются препараты железа? Я ходила к гематологу, мне говорили, лучше всего это капельница. Во время капельницы очень сильно поднимается уровень железа, это реально круто работает. Ну, в том смысле круто работает, что у вас будут анализы классные после капельницы. Только анализы. То есть кровь покажет уровень железа высокий.
А последствия знаете, какие будут? Если прокапать железо в жидкой форме, тогда улучшатся показатели анализов, и ваш врач обрадуется. Но те последствия, которые железо спровоцирует в теле с воспалением, невозможно предсказать. Это до миом, если у вас миомы, это могут быть, ну, в общем, женщина одна, у которой я училась, у нее были девочки, которым даже вырезали матку. Из-за того, что она, у нее был воспалительный процесс в матке, у нее были миомы. И у нее был дефицит железа. И ей капали это железо, она его пила. В итоге это закончилось тем, что пришлось вырезать матку. Воспаление матки зашкаливали так сильно, что ее просто удалили. Иначе это все переросло в онкологию, да, и могло бы даже быть злокачественно. То есть очень серьезная история. С витаминами тоже такое может быть, потому что витаминами питается патогенная флора. Вот, об этом, да. Чтобы воспаления не было, нужно правильно питаться и знать, как сочетать продукты между собой. Этому можно обучиться на курсе осознанной кулинарии, которая у нас проходит в рамках школы семейных ценностей. Но сегодня я говорю не про напитывание, да, не про правильное сочетание, потому что прежде чем правильно сочетать, и изучать, как правильно питаться, и формировать рацион для себя, своей семьи, своих детей, потому что вы как повар, да, матери, вы отвечаете за здоровье своих детей, потому что их здоровье состоит из того питания, которое вы им даете каждый день. Вот. Прежде чем этим заниматься, нужно почистить там, нужно сделать генеральную уборку. Вы же ведь не делаете ремонт дома или там не покупаете новую мебель себе домой, пока у вас грязно, разбросаны игрушки, там посуда или мута. Вы же ведь сначала приводите дом в порядок, очищаете его, моете, а потом уже ставите новую мебель, там вот эти шторочки вешаете и так далее. Так вот и здесь также сначала очищаем организм. Прежде чем выстроить правильное питание, необходимо сделать генеральную уборку организма. Иначе все полезности пройдут мимо вас, так как токсины блокируют усвоение питательных веществ. Это в лучшем случае. В худшем случае патогенная флорка, патогенная флора получает все самое лучшее. То есть все витамины. Вы думаете, только вы любите витамины? Вы думаете, только вам нужны эти питательные вещества, железо и так далее? Вы когда-нибудь поливали растения в горшках или, может быть, у кого-то есть огород? Вы видели, как себя чувствуют растения? И сорняки в том числе. Когда ты поливаешь грядку каким-то гумусом, да, там, который вы, удобряете. То есть вы берете удобрение, а удобрение это тоже вся таблица Менделеева. Это минералы, полезные витамины, находящиеся в этом концентрате. Вы его разбавляете с водой, поливаете растения. И растения становятся крепким, сильным, расцветает. И сорняки тоже. И также у нас. Мы принимаем витамины. Вы думаете, витамины нужны только нам, а глисты там такие, типа микрофлоры бедные. Ой, витамины, это не для нас, нет. Она первая кто-то забирает у вас. Забирает ваши силы, энергии. Эти черви этим питаются. И они есть по статистике практически в каждом человеке. И вот у нас на Кичли марафоне мы проходим очищение, вот это, которое также провоцирует избавление от этих паразитов. И потом после выхода мы также, у нас такое меню, которое антипаразитарное. Все эти способы работают туго, да, я имею в виду прием препаратов, капельниц, там, витаминов и так далее. Какие-то манипуляции, правильное питание наше, да, также курс осознанной кулинарии, который у меня многие уже прошли его, это все тоже будет плохо работать, если ваш организм грязный. Это подобно немытому окну. Сколько бы солнце ни светило, если окно грязное, то свет все равно не пробьется. Надо взять тряпку, промыть окно, чтобы стекло стало прозрачным, свет будет проходить, питание хорошее ляжет на ваш организм максимально эффективным, оптимальным образом. Витаминки сразу впоются. И если вы будете практиковать правильное питание, уже не вернетесь к прежнему образу жизни, то вам, возможно, не понадобится уже даже дополнительные БАДы, приемы лекарств. Сейчас у вас есть три пути. Ничего не делать, пустить все на самотек. Вот как есть, так есть. Там, я больше все равно своему врачу доверяю, он ничего не пропишет, я прокапаюсь. То есть закрыться от информации, сжаться, сузиться, сутулиться. Да? Или второй вариант. Начать самостоятельный путь улучшения качества жизни, как это делала я. Изучать, исследовать разные способы очищения, зачастую опасные и вредные. Тоже изучить их все, потратить время, годы жизни. Я потратила около 12 лет.
И третий вариант, самый простой, да, но он требует своей жертвы. Каждый вариант, на каждый вариант будет своя жертва. В первом варианте, если ничего не делать, жертва будет ваше здоровье, ваша жизнь, ваша судьба. Во втором варианте будет ваше время, ваш интеллект, силы, усилия, годы жизни вы пожертвуете. Третий вариант. Вы не пожертвуете ни здоровьем, ни временем и усилиями жизни, да, вот ну, такими, подобно тому как, пути, который я прошла, но вам придется тоже, ну, то есть вы можете это купить у меня, вам придется заплатить. И вы выбираете сами сейчас, да, какой путь, вот это перепутье для вас самый приемлемый, который вам больше всего подходит. Извините за опечатку, где-то исправлю, потом вам отправлю уже с исправлением. Да, то есть присоединиться к нашему ежесезонному кишри марафону, не тратить свое время и силы на эксперименты, которые могут быть опасными, нефатальными даже порой. Так вот, повторяю, да, кишри – это пища бедняка, достойная короля. Почему? Потому что она доступна по ингредиентам. Ингредиенты доступны. Специи сейчас везде можно найти. Маш тоже везде можно найти. Рис басмати или жасминовый тоже можно найти. То есть даже бедняк с этим справится. Но польза, которая будет от этого блюда, достойна короля. То есть вы прям как царская особа можете себя чувствовать после этого марафона. И, друзья мои, смотрите, особые условия на сегодня в рамках участия в этом онлайн-уроке. Именно сегодня, именно сейчас, так как завтра уже старт, да, сегодня у вас есть шанс. При объективной ценности марафона более чем в 30 тысяч, а я говорила, что даже и 100 тысяч можно поставить. Ну ладно, допустим, вот 100 тысяч, это ну, действительно уже такие запредельные цифры, не всем они доступны, у нас все-таки блюдо бедняка, оно должно быть доступнее. И ну, пускай мы определим ценность этого марафона 30 тысяч рублей. То есть это его ценность. Но стоимость у него 9300. То есть ценность 30 тысяч, а стоимость всего лишь 9300. Но это еще не все. Специальные условия для вас. Он будет еще дешевле. То есть 9300 за 20 дней работы, да, моего с вами взаимодействия, поддержки активного, знаний, рецептов, видеорецептов. Вы узнаете много чего нового, интересного, даже если вы и так уже продвинутым себя считаете, я думаю, все равно очень много нового получите. И это еще не все. Только сегодня для участников этого урока я очень сильно опускаю цену. Те, кто сегодня оплатит, да, купит или забронирует место, получат марафон, доступ к марафону, 10 дней на кичере и 10 дней плавный выход из него с рецептами, с менюшками, с поддержкой всего лишь за 4990 рублей. Это такая цена, ну, можно сказать, что смешная. То есть тот объем работы, те знания, та польза, которую вы получите, она стоит дороже. Я думаю, что большинство из вас на таблетки потратили гораздо больше денег. На те же БАДы, лекарства. Я сама свои хёрбы заказываю. Я знаю, сколько там стоит железо, сколько там стоит качественный витамин D тот же. Как сейчас там вот через Казахстан заказывают. Очень сложно, да, заказать. Это долго, больше все идет. Это все очень дорого стоит. И вспомните, да, если кто-то из вас заказывал на iHerb'е или просто в аптеке покупал лекарства, таблетки, вспомните, какие суммы, прикиньте, примерно, вы потратили уже. И вот после того, как вы потратите всего 4990 рублей, и не просто купите, а пройдете, обязательно надо, да, проходить, держать связь, внимательно смотреть уроки. Когда вы это все пройдете, у вас будет состояние здоровья такое, что вы еще на несколько лет вперед не будете пользоваться лекарствами, да, то есть покупать их. Ну, конечно, я говорю про регулярность. Мы там делаем каждую весну, каждую осень, как зубы чистите утром и вечером, и два раза в год мы чистимся. И вы, когда практику такую делаете, вам не надо будет тратить огромные суммы денег в результате, да, в идеальном конечном результате, вам не надо будет тратить столько денег уже на лекарства, на таблетки, вы очистите свой организм, вы, а потом, если вы еще захотите курс пройти и узнаете, как правильно питаться, вы потом на чистую базу будете принимать правильную, чистую пищу, и вы вообще забудете, что такое поход к врачам, что такое аптека, там только за марлей, не знаю, будете заходить за бинтом да за лейкопластырем. Серьезно, я так живу. Сына, когда мы последний раз в аптеке были? Давно, где-то в начале зимы. Никто не помнит. Никто не помнит. И что мы там покупали в аптеке? Ну, у нас где-то... Или там... Ну, мы с папой там заходили, брали там какие-то пластыри.
Или какие-то от живота. От живота? Ну ладно, что-то они там с папой брали. Но со мной они ничего такого не берут. То есть витамин D я там беру, но мы не берем там антибиотики. У меня есть, вот секрет моей печки, есть у меня нурофен, да? Он стоит и, по большому счету, он просто там стоит на всякий случай, вот для подстраховки. Потому что вот такие вот ляньки, они иногда могут простыть, и ну, температура, если высокая, ну, страшно, да, вот, и он там стоит. Но у него срок годности скоро пройдет, мы почти не пользуемся. Это так, для подстраховки. Но в целом мы вообще не покупаем лекарства. То есть прям... Я просто смотрю, как другие, у них там прям целые аптеки и дома уже. Скажите, пожалуйста, как у вас с аптечками дома? Насколько большая у вас аптечка? Напишите в чате. Мне у нас прям маленькая. Интересно просто, ну, сравнить, вот у вас какая аптечка. И если у кого-то есть данные, сколько вы денег тратите на аптеки, да, на препараты, тоже напишите примерную сумму в чате, мы посмотрим, просто очень интересно. Вот, так вот, вместо 9400 рублей сегодня я предлагаю тебе приобрести участие в этом ценном кичри-марафоне и очистить свой организм безопасно всего за 4990 рублей. Да, вот как это у нас делает Агнияра. Она уже выпускница, тогда она еще была студентка, а сейчас она уже выпускница, она уже выпустилась, закончила университет, факультет конфликтологии в ДВФУ она училась. Она была помощницей воспитателя в частном детском саду. Она очень крутой массажист, консультант по травам, очаровательная девушка. И с 2021 года она моя помощница и куратор на марафоне. И какой у нее опыт? Ну вот, вы почитаете подробнее. У нее целью было очистить свой организм, попробовать что-то новое, неизведанное, так как интерес к здоровому питанию был всегда. Первый раз, проходя марафон, она с интересом все впитывала, что там было, и результаты не заставили себя долго ждать. Конечно, были там кризисные моменты, потому что, ну, как бы, это что-то новенькое, а новое – это всегда стресс. Но благодаря опытным ведущим они преодолевались, и так с каждым новым марафоном. Она стала чутче к своему организму, стала лучше понимать свое тело. То есть вот что вы еще приобретете. Вы будете чувствовать свое тело, будете его понимать. Она поменяла привычки в питании и в жизни, то есть у тебя вкусы меняются, ты уже как бы вредная, на вредную уже тебя не тянет так сильно, да, как раньше. Можешь уже контролировать свои чувства. Поменяла привычки в питании и в жизни, так как увидела, как питание влияет на жизнь и восприятие. Избавилась от блоков, связанных с диетами, теперь может самостоятельно строить себе разгрузочные дни. После марафона сложно быть прежним. Вот ее фраза, которая мне очень нравится. Такая практика дает сильный импульс к изменениям, то есть еще и про сознание, да. Она рекомендует всем пройти этот марафон, так как диету можно адаптировать и сделать комфортной и эффективной для своего организма и психики. Да, то есть это адаптивно, это не строго. Про противопоказания должно людям сказать. Противопоказания. Значит, люди с заболеваниями ЖКТ, а именно с воспалительными процессами в кишечнике, воспалительные заболевания кишечника, такими как неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, вам нельзя. То есть вы сначала подлечитесь, потом заходите на этот марафон. То есть это с врачом, это уже такой серьезный случай, это с врачом надо обязательно разбираться. Потом люди с любыми заболеваниями ЖКТ в фазе обострения. Холецистит, панкреатит, язвенная болезнь. В принципе, если гастрит, нужно тоже аккуратно пробовать потихонечку. Вот, то есть если вам врач ваш разрешит, и вы мне справку покажете, что врач говорит, что вот можно 10 дней кушать вот это блюдо. Ну, я вам там расскажу подробный состав, если вы хотите обсудить со своим врачом. Вот, если справка будет, что врач разрешает, окей, тогда пробуем. Но просто очень внимательно. Я очень чутко стараюсь к каждому из вас относиться, и все получают, да, внимание. Главное, вы сами будьте открыты, сами общайтесь. Люди, наблюдающиеся у психоневролога, невроза, паническими атаками, получающими медикаментозное лечение. То есть, ну, это по разрешению врача, если вот какие-то такие истории, если шизофрения, например, еще что-то тоже, как бы, я бы подостереглась сотрудничать с людьми, у которых шизофрения. Хотя, так как я психолог, тут я бы на личную консультацию предложила. Так, можно, но осторожно, под наблюдением врача и под моим личным наблюдением дети в возрасте до 18 лет при желчекаменных и мочекаменных болезнях и беременные кормящие женщины.
Это мне, значит, если вы хотите на марафон, и вы относитесь к этим трем категориям, дети, беременные, кормящие и желчекаменная, мочекаменная болезнь, вы мне лично пишите, и у меня для вас, я вам высылаю дополнительное меню с поблажками, потому что вам по-другому нельзя. Вот. Вы обязаны сообщить кураторам, да, или мне лично будет особый подход, будет дополнительный, это ваша обязанность. То есть если вы в этом состоянии мне ничего не сказали, это нехорошо, я так не разрешаю. Обязательно надо написать. Были просто у нас опыты. Так, ну что, друзья, берете мой опыт? Если да, если вы хотите очистить свой организм, если вы хотите все последствия, которые перечислила, да, для себя получить, если вы хотите обновить вкусы и так далее, бронируйте себе место в группе, потому что, ну, я не знаю, сколько нас будет, да, придется привлекать дополнительных кураторов, если нас будет слишком много, а если я не найду их, то у нас будут ограничения по местам. Поэтому, друзья мои, ссылочка в чат, да, где мы сейчас с вами находимся, в телеграм-чат уже пришла. Нажимайте на нее, если вы решились, заходите, нажимайте на ссылочку, да, и сразу говорю, если нет возможности сразу заплатить, можно оплатить частями, но главное сейчас забронируйте скидку, чтобы она у вас осталась и не сгорела. Вы можете для этого зайти просто оставить заявку и положить 1000 рублей, то есть оплатить часть, 1000 рублей оплатите и будете думать, подумайте, если передумаете, я вам верну эти деньги, заберете свою 1000 обратно, и да, и не пойдете, если вдруг, ну, по каким-то причинам не пойдете. Вот. Но у вас хотя бы сохранится скидка, если вы решите идти в результате, скидка будет с вами, вы не будете платить 9300. Вы будете платить всего 4990. Вот. Значит, по ссылке. Ссылку скажите, поставьте плюсики, если видно ссылку, да, все получили ссылочку. Вот она, смотрите, ссылка. Если решили участвовать, нажмите на ссылку для оплаты. Давно место в группе, вот внизу ссылочка. На нее нажимаете и попадаете, значит, вот на такую страничку. Что ты, детка, что такое? Вот на такую страничку попадаете, это форма. Пишите там свою почту. А что такое, доча? Пишите свою фамилию, свою почту. Мне обязательно нужно, чтобы вы написали свой телефон, потому что я должна буду с вами связаться. Вы что-то оплачиваете, вы бронируете место, у меня должен быть ваш номер телефона, чтобы я с вами связалась, ваша почта, куда я вам отправлю все доступы. Я вам позвоню, скажу, все, вот давайте добавляйтесь, вот вам ссылка, где мы проходим марафон. То есть, чтобы вы меня не потерялись, а то оплата придет, а я не буду знать от кого. Поэтому не бойтесь, эти данные никуда не уйдут, это вот только для меня. Значит, зашли, да, по ссылочке, заполнили форму, выбрали, или, видите, тут два выбора. Забронирую скидку, это предоплата, да, 1000 рублей вносите, и ходите дальше, там, думаете, ищите остальную сумму. Или вы заходите и ставите галочку «Оплатить сразу со скидкой» 4990. Ставите ее, вот здесь написано, указывайте вашу скидку. Это у меня для других участников, которые, у них там свои скидки, еще другие. У нас марафон здоровья закончился недавно. И у них там мы призы разыгрывали. И у них там свои есть скидки. И вот если вы сейчас, вот Ира, например, Ира у меня с марафона, у нее есть скидка, да, у нее будет другая скидка. То есть у вас у всех... Те, кто на уроке, вот такая скидка, а у Иры будет другая, те, кто был на марафоне. И вы тогда вот, те, кто с этими скидками, пишите свой процент, какой вы получили на награждение, да, и отправляйте. Я все это получу, я посмотрю там, да, и буду видеть, что вот вы у меня с марафона, вы по этой скидке проходите. Вот. А далее нажимайте кнопочку «Отправить». «Отправить». Следующий слайд. Нажали, и вам выходит вот такая картинка, да, оплаты Кичри марафона. И тут ссылочка на оплату. То есть то была у нас форма сбора заявок, приема заявок.
вы там оставили свои данные, которые я получаю, принимаю. Потом вы жмете на ссылку на оплату и попадаете на страницу Юмани, это от Яндекса. Здесь вводите значение, значит, да, сумму. Если все сразу, пишите 4990. Далее выбираете пункт «Новая карта», если у вас нет Яндекс кошелька. Если есть Яндекс кошелек, и вы оттуда планируете платить, выбираете, значит, Яндекс кошелек. Здесь показана, если карта. Вводите данные своей карты, да, я думаю, этому не нужно, да, никого, все это уже умеют делать. Вводите свои данные, их никто, кроме платежной системы, не видит. Даже я их не вижу, не переживайте. Вот я показала, да, я ввела свои данные карты, вот у меня карта Visa. Я замазала, да, какие-то цифры, потому что это конфиденциальная информация. Вот, ставите сумму, да, как только вы ввели корректные данные, появляется сумма, которую вы ранее поставили. Нажимаете дальше, и там вам придет смс с кодом, который вы ведете на той странице. Да, это смс не называть. Вы вводите на странице, на своей, которая у вас откроется, и все, платеж прошел. Делаете скриншот платежа, скидываете мне его или в группу, да, что оплачено. Ну, это можно и не делать, оно, ну, и так, я это получила, так ко мне придет, но будет лучше, если вы это сделаете. Вот, и тогда все, у вас оплата прошла. В качестве подарка я вам высылаю эту презентацию. Сегодня еще у вас эта скидка работает. То есть, если кто сегодня оплачивает, вы еще по этой скидке оплачиваете. Завтра уже будет подорожание. То есть, уже будет цена другая, будет уже за 5000. Поэтому я вас прошу хотя бы перевести 1000, чтобы вы забронировали себе скидку, чтобы вы не остались потом, да, с переплатами. Вот. Если у вас есть вопросы... Так, у нас по времени 1 минута осталась. Пишите вопросы, вот минутку сижу, жду вопросы. Если вопросов не будет, будем завершать. Ну, что ты с ним грызешь? Давай, иди сюда. Вопросы? Ирочка, вопросов нет, моя хорошая? Пока нет. Оп, хорошо. Ну, все, друзья, те, кто в ближайшие полчаса примет решение и оплатит, я тоже дополнительный приз дам. Но это секретная информация, это будет сюрпризом. Так что засекаю время, сейчас завершаю марафон, засекаю время, и у вас будет полчаса. Ой, не марафон, урок, спасибо. Завершаю урок, и у вас будет полчаса, чтобы оплатить, если вы хотите дополнительный бонус. Я надеюсь, получится пересмотреть марафон записи еще внимательнее. Про урок, да? Ира, ты про урок имеешь в виду, правильно? Да, урок, я тоже тут, у меня он сын поправил. Хорошо, смотрите, если будете пересматривать внимательнее, вам нужно будет, конечно же, больше времени. Хорошо, тогда в течение 2 часов, кто оплатит, в течение 2 часов, кто оплатит после просмотра, то получите от меня дополнительный бонус. А я отключаюсь. Сейчас же отправлю запись в чат. Да, надеюсь, что все у нас записалось, все получилось. Благодарю всех за ваше внимание бесценное. Благодарю вас за время, которое вы потратили, что вы нашли, да, в субботу, нашли в себе силы, нашли время и присутствовали. Спасибо вам большое. Вот завтра мы уже начинаем, нужно успеть еще продукты, да, купить на Хищри марафон, поэтому, пожалуйста, не затягивайте. Как только вы оплатите, я, даже если вы просто предоплату переведете, пишите мне заявку, я вас добавляю в группу в Телеграме, где уже списки продуктов, которые надо закупать. И вы сегодня уже берете сумочки, авосечки и идете в магазин, покупаете эти продукты необходимые. Все, друзья, прощаюсь с вами и жду вас на марафоне по безопасному очищению организма. До свидания, ждем вас. Всем пока.